Норма высева, визуальный эффект. Здесь вот эта делянка 50 килограмм на гектар, 1 миллион. А с междурядьем 25 сантиметров. Она еще выглядит более зеленой. Здесь уже 2 миллиона 100 килограмм. Если смотреть вдаль, то желтеет. Колоски. Краевой эффект, конечно, еще пока зеленый, такой же, как и там, где 50 килограмм. 150. Килограмм 3. Ну и 4 миллиона. Уже и флаговый лист. Желтый. Льговская 4. Достаточно пластичный сорт. Предшественник здесь ячмень. Удобрения здесь были на этом участке. 200 килограмм селитры мячной. Но они не так эффективно, конечно, работали, потому что так визуально этот участок не сильно отличается от того, где удобрений не было совсем. Потому что здесь много было соломы. Ее и сейчас она есть. Ячмень в прошлом году был достаточно урожайный. Более 60 центнеров на этом участке было. И вся солома, она практически была на поверхности. И здесь было две дисковки и сев. Вот эта пшеница у нас 50 килограмм на гектар. Весной, конечно, вид был невзрачный. Я даже боялся этого посева. Сейчас в целом неплохо все. Конечно, урожай здесь будет меньше, чем на 2 миллионах. Но этому место тоже есть. Это реально. Так что вот так. Удачи!